Бюджет на 2019 год и плановый период последующих двух лет, как и прежде, социально ориентирован. Более 60% будут направлены на соцнужды. Сегодня на очередной сессии городского собрания Сочи были утверждены основные параметры бюджета. Общее количество доходов с учетом краевых субсидий, верхний предел муниципального долга и расходная часть бюджета. Он сбалансирован и на 2019 год составляет более 10,5 миллиардов рублей. Могу сказать, что средства заложены сейчас на софинансирование и участие нашего города в краевых и федеральных программах. То есть строительство школ и детских садов будет продолжено, ремонт дорог будет продолжено не только за счет нашего бюджета, но и за счет краевого бюджета, участия нашего краевого бюджета. На это средства есть. Но о конкретных объектах мы сейчас не говорим, потому что они еще действительно у нас работают по комитетам. И эта задача нам поставлена. Вот мы в течение этих двух недель будем этой работой и заниматься. Строительство школ, которых и детских садов, мы ведем только по софинансированию с краевым федеральным бюджетом, потому что это очень затратная часть нашего бюджета. Всего в проекте бюджета реализация 26 муниципальных программ и 16 краевых. На какие конкретно проекты и сколько будет выделено средств, решат во втором чтении бюджета на следующей сессии городского собрания Сочи в конце декабря. Также депутаты сегодня обсуждали варианты увеличения доходной части бюджета в последующие два года. По предварительным расчетам, она может увеличиться более чем на 220 миллионов рублей.